Дорогие наши друзья, всем привет на канале «Работа на дому, здоровье семьи» с компанией «Атоми». С вами Лидия Савченко, и сегодня мы с вами поговорим о средстве для личной гигиены, которое называется «Эйдем» от компании «Атоми». Личная гигиена важна не только для женщин, но и для мужчин, для маленьких детей, для девочек-подростков, для мальчиков-подростков и для людей старшего возраста. Сегодня я немного расскажу о гигиене для женщин, но я хочу коснуться немножко гигиены малышей. Когда у нас были маленькие дети, мы никогда не использовали влажные салфетки. Почему? Я сейчас расскажу. Популярное средство гигиены, без которого не обходится уже ни одна поездка, на самом деле лишь хорошо разрекламированный продукт, уверены в этом медики. О вреде влажных салфеток ученые впервые заговорили еще несколько лет назад. Британские исследователи из университета Кардиффа утверждают, что антибактериальные салфетки не убивают бактерии, а всего лишь переносят их из одного места в другое. В 2011 году влажные салфетки получили еще одно название – мгновенная мыльная мочалка. Тем не менее, производители продолжают активно продвигать свой продукт, акцентируя внимание потребителей на простоте использования, что можно обойтись и без воды, и кожа великолепно очищается. Но дерматологи говорят, что влажные салфетки действительно распространяют микробы, и их использование следует свести к минимуму. Думаю, что родители, которые меняют памперсы своим деткам, замечали, что после использования влажных салфеток у детей появляется очень часто сыпь и раздражение. Ну а если такими салфетками пользуются и взрослые люди, то думаю, что они замечали не только сыпь и раздражение, но и другие не очень приятные последствия. Чем же пользовались мы для наших маленьких деток, когда они были совсем маленькие? Когда была возможность и раковина была рядом, то я всегда мыла ребенка под водой. Если такой возможности не было, я всегда брала с собой бутылку и бумажные полотенца и использовала это. Всегда в моей детской сумке находилась вода и бумажные полотенца, но мы никогда не использовали влажные салфетки. Если, конечно, вы можете найти какие-то органик, натуральные салфетки, то, может быть, и можно их использовать. Но, к сожалению, обычные магазинные салфетки дают бактериям вторую жизнь. Сегодня я хочу рассказать вам о замечательном средстве для личной гигиены для женщин и мужчин. Компания Atomy предлагает такое средство, которое называется Эйдем – средство для интимной гигиены. Это комплекс из 15 классических трав. Он устраняет неприятные запахи, дарит ощущение свежести, используется в целях личной гигиены. Благодаря травам он обладает лечебным эффектом, не сушит кожу, обладает антибактериальным действием, и в нем нет никаких искусственных ингредиентов. Это средство не пенится, потому что там нет сульфатов, но его смесь очень приятная, гелеобразная, нежная. Если вдруг появился какой-то зуд или раздражение, то обратитесь к врачу. Не нужно наносить на шрамы и открытые раны. Плотно закрывать крышкой после использования, хранить в недоступном для детей месте при комнатной температуре, избегая попадания прямых солнечных лучей. Только для наружного применения в целях личной гигиены. Не использовать во время беременности. Это средство можно купить на российском сайте за 400 рублей или на американском сайте за $6.50 на момент июля 2020 года. Спасибо всем, кто смотрел это видео.